Встречаем, встречаем Деда Мороза, Снегурочку! Эй! Новый год — это хит, Новый год соберет всех и объединит. Новый год — это шанс, это шанс. Новый год каждый год, каждый год. Новый мир, смотри на меня, скоро придет. Эй! Ручки наверх! Вас не слышно, где вы? Ой, какие веселые все молодцы! У всех айфоны, у всех... Ой-ой-ой, все снимают, молодцы, замечательно! И чуть-чуть подтанцовываем! Вот, девочка, молодец, внучка! Привет! Прибыли к вам издалека! Значит, ночь будет легка! С внучкой поглядим на вас, народ, знайте, будет хоровод. Дед Мороз приготовил игры, пляски, а я песенки для вас спою. Очутитесь сразу в сказке, лишь услышав песенку мою. Ой, внучка, посмотри, все какие красивые, у всех красивые курточки, красивые норковые шубочки, у мужчин вон какие парки, красивые Аляски. Но не готовятся они к зиме, не знают, что такое Новый год. Даже загадки и стишки не учат. Дедушка, ну что ты такое говоришь? У нас ребятки и вправду все сегодня самые красивые, самые лучшие. А значит, они подготовились к Новому году. Ой, ну давай тогда их проверим. У меня есть как раз парочка загадок по самым актуальным темам последних лет. Вы готовы? А? Он трехглазый. Он широкий, смотрит он с витрины грозно. Женщины хотят его, а мужчин пугает он. Дорогой, 11-й. Айфон. Какой айфон? 11-й вот трамвай. Ну нет, дедушка, какой трамвай? Айфон? Конечно. Вот эта девочка больше всех кричала, очень, видимо, хочет. Ой-ой-ой, молодец какая. Я бы тоже айфон 11 хотел, но... Внучка, какие-то ты девчачьи загадки загадываешь. Вот я сейчас загадаю настоящую мужскую загадку. Ну что ж, мужчины, готовы? Да. Да, вот. Поставил тем летом охрану на сани. Защищают теперь себя они сами. Отбивают даже от испанского футбольного врага. Самые надежные в России... Врага. Кто? Какие? Право, левая. Подсказка. Нога. А чья нога? Акинфеева нога. Молодец, молодец. Дедушка, ну это же не современная загадка. Чемпионат мира у нас еще когда был? В 2018 году. Это да. Вот моя загадка актуальная. На Украине президент Зеленский Владимир взбудоражил юмористов он во всем мире. Теперь репетирует перед зеркалом свою речь, произнося: встречайте, будущий президент страны Евгений. Правильно, молодцы, ребята. Этого смешного мужичка все знают, да? Как и меня, Дедушка Мороза. Ну а сейчас загадаю вам свою самую любимую загадку. Провести тут могут все. И универсиаду, и футбол. Сам ты свидетелем стань, приезжай в лучший город планеты. Рязань! Ах, точно! Казань, внучка, перепутал ты. Какой у нас самый лучший город планеты? Погромче! Ой, молодцы! Вот, дедушка, видишь, у нас какие ребятки молодцы. Все наши загадки отгадали. Да, все загадки отгадали, а вот... Как ты думаешь, умеют ли они веселиться, танцевать, плясать и песенки петь? Ну, не знаю. Может, мы их проверим? А давай проверим. Сейчас мы с дедушкой будем показывать танцы из известных композиций. Ого. А вы должны отгадать, что это за песня. Готовы? Вы готовы? Вообще никто не готов. Вот готова, вот она, да. Ручки выше, кто готов? О, я готов. Итак, ну что, поехали, первый танец. Первый танец, да? Ну-ка, показывай, Снегурочка. Ага, вот так вот, вот так. Что? Танец маленьких утят. Итак, ну что, готовы вместе с нами танцевать? Да? Поехали!
Поехали! Хоп-хоп-хоп-хоп! Ручки! Оп! Оп. Хвостиками мажем! Ага, вот так вот! Ой, молодцы! Молодцы! Вот как танцуют, а! Вот девочка как двигается, молодец! Итак, ну что, готовы отгадывать дальше? Дальше будем отгадывать. Поехали. Да. Поехали дальше. Ага. Ну, эта девочка, наверное, танцует в ансамбле Ольги Бузовой. Это не однозначно. Знаю. Итак, ну что, конечно, это Макарена. Итак, поехали все вместе. Давай. Поехали. Ой, Макарена! Еще раз! Вот так вот. Ага. Эй, Макарена! Отлично! Ой, молодцы какие, да? Итак, ну что, а следующий у нас танец будет от Деда Мороза. Ой-ой-ой-ой-ой. От Деда Мороза, думаешь, следующий танец? Да. Давай. Ну-ка тогда, подержи-ка, внучок, микрофон. Татарские танцы. Да, молодцы, ребята. А у меня следующий танец. Ага. Ну? Я где-то это слышала. А, где этот мальчик? Мальчик? Он сказал Пузо. Ольга Бузова. А, Бузова. Вот это да, какой молодец, мальчик. Иди, выходи к нам поближе. Выходи поближе, покажи, как танцует Бузова. Ну что ж, поехали. Итак, ну что, давайте все вместе. Олечка Бузова, мало, положи. И оп, оп, вот так вот веселей, веселей. Мало, положи. Танцуем все. Танцуем, танцуем, веселимся. Ой, молодец, вот девочки танцуют. Ой, ну вообще, такие ребята молодцы. А-а-а. Значит, все композиции они знают. А-а-а. И музыку слушают. Да. А вот, думаешь, отгадают они вот последний танец? Ну давай, попробуем. Давай. И... Я только успела встать. А вот эта девочка кричит так прям громко-громко. Ламбада! Ламбада! Итак, ну что, готовы? Давайте сейчас все за Дедом Морозом. Все, кто хочет, начинаем танцевать нашу зажигательную ламбаду. Ребятки, давайте танцем к Деду Морозу все. Встаем в большой паровозик. Взрослые тоже присоединяемся. Поддержим наших самых взрослых танцоров. У них так отлично получается. А теперь ручки наверх. Машем всем. А теперь самый низкий танец. А теперь самый высокий танец. Молодцы, давайте поаплодируем всем нам. Ой, дедушка, ну у нас такие ребята молодцы. И загадки знают, и музыку слушают они. Ой-ой-ой. Ну это ламбада. Я устал, прям. Ну, внученька, ты, наверное, забыла самое главное. Вот у нас вот здесь вот елочка стоит и скучает. А для того, чтобы елочка была красивой, нарядной, нужно что сделать? Зажечь елку. Нужно спеть любимую песню елочки. Какая песня? Дура, милая,
Да, в лесу родилась елочка. Теперь давайте все вместе. Делаем большой хоровод. Присоединяются все, родители не только тоже. Самые взрослые, но и самые маленькие. Большой девочка, вставай к нам. Да, конечно. Я за тобой наблюдаю давно. Итак, ну что, давайте все вместе собираемся в большой хоровод. И присоединяемся. А слова-то все знают? Точно? Ну хорошо, сейчас проверим. Ну что ж, готовы все? Мы сейчас споем. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой летом стройная, зеленая была. Зимой летом стройная, зеленая была. Ну, песенку и елочка дай-дай. Снежком укутывал, не замерзай. Мороз снежком укутывал, а ты не замерзай. Ну, молодцы! Много-много радости детишкам принесла. И много-много радости детишкам принесла. На праздник она пришла. И много-много радости детишкам принесла. И много-много детишка принесла. О, молодцы, давайте похлопаем друг другу. Ну что ж, и пришло время мне карте. Елочка, ты рада? Да, рада. Теперь как мы зажигаем елочку? Кто кричит? Раз, два, три, елочка горит, да? Раз, два, три, по моей команде. Раз, два, три. Нет, что-то слабовато. Она не слышит его. Да, надо громче. Еще раз давайте. Давайте. Елочка, гори! Опять. О, загорелась елочка. Давайте похлоп. Да, услышала. Давайте все похлопаем громко. Ну что ж, мне кажется. Смотри, а вот наши ребятки придут домой, да, и их спросят, рассказывайте, как на празднике вы были, понравилось ли вам, что вы там делали, а они скажут, мы с Дедом Морозом танцы танцевали. А, да, это со мной. Да им же не поверят, скажут, Дед Мороз танцы танцует, не может быть такого. Да, нет. Вот, поэтому, чтобы нашим ребяткам поверили, мы сейчас сделаем одну большую фотографию. О, так что давайте все скорее ко мне. Все к нам сюда разворачиваемся. Да. Вот такая вот елочка, вот такая вот добрая столовая, добрый Дедушка Мороз и самая красивая, очаровательная внучка Снегурочка. Ага. Так, ну-ка. Ребята, а какой у нас символ года-то предстоящего? Мышка, а что любит мышка кушать? Сыр, поэтому сейчас на 3-4 все кричим сыр. 3-4. Еще раз, 3-4. А теперь, ну что, ребята, нам с Дедом Морозом пора и дальше отправляться по нашей необъятной родине. Мы желаем вам в новом году много счастья, удачи, ну и, конечно же, денег в придачу. До скорых встреч, ребята! Пока-пока!